Всем привет, дорогие друзья! Битва за Париж в самом разгаре. Но у Франции очень много войск. Где у врага численное превосходство. Да ладно. Да. Где это? 500 против 180. Не-не-не, у них резервы намного больше наших. Не, ну резервы это помог. Россия, просто... раздели свои армии по там по 50, чтобы они не дохли. А поставься пожог еще, пожалуйста. Давайте капитулируем. Ты шутишь? Конечно же, да. Жалко, что они Он первый. Ремс должен отыгрывать роль картошки. Он знаешь, как орал воевать? Он со всеми собирался воевать. Ага. 28 тех. Ура. Хорош. Смотри, дай жаба. Жаба, прости меня, что это, но блин, это писец. Ребельсон, что ты делаешь? Что ты делаешь, Ребельсон? Что ж ты створился? Жаба, а ты тут, нет? Что он, без содержания кинул, что ли? Да, его сын все его армию уничтожил просто сейчас. Никитя! Ё-моё. Отступили нормально. С кем я играю? Россия, выкидывай войска. Ладно, чисто. На самом деле, я хз. Россия, выкидывай войска. Да я закинул. На самом деле, реально хз, в чем дело. У меня было содержание, я ничего не трогал. А ты их не обновлял? А можно, пожалуйста, мне передать? Я не обновлял, я ничего не делал. Осман, передай парочку провок, буду клепать. Серьезно, я ничего не делал. Ты мне получается войска без содержания воюют там, да? Офигеть. Я сейчас Швейцарию соберу. Чего тебе передать? Чего тебе передать? Провки, чтобы я мог клепать наемников, которые на севере Англии. А, на севере Англии. Давайте денег, пожалуйста. Короче, ту битву мы слили в Париже, потому что там уже нечем воевать. Ну, конечно, Осман ведет 43 тысячи, но у нас перемешка до пушки уже. Отступаем, просто отступаем. Сейчас, нет, стоп, не сейчас, не сейчас, сейчас, я скажу когда. Подождите, не отступайте. 49%, сейчас, если сейчас возьмем, то отступим. Нет, не взяли. Херово. Ладно, стоим еще немножко. Сейчас всё. 3, 2 и сами отступим. Раз. Всё. От моих войск почти ничего не осталось, скажем так. Да у тебя есть на том плохо. Скиньте ссылку на клиента, я затащу вам катку. Блин, ну сам можешь найти, там на стратегии мы должны быть. Я на стратегию мне только что тебе сказал, 18-3 там только. Блин. А, ну найди, а потом пропатчишь просто. Ты тупой? 18-3, блядь, что пропатчишь? У нас 18-2. Так, нас разбивает 250 тысяч сейчас с этих ребят. Топожок, нет? Прости, просто Сазок, я не могу на тебе сейчас сосредоточиться. Топожок не хочешь, Никит, сделать? Весели. Хочу сделать. Да он дольше с топожком не успеет, если ты еще. А я даже с топожком, да, не успею. Потому что на следующий день уже бой. Ну, прикольно. Ну и зашквар. Пошли бить по восставашке, короче. Отступаем просто, ребят, отступаем. И из этого отступай тоже. Из на че, как его там? Чаралайс. Блин, я не знаю, я хочу в Египет отправить, чтобы убить его. О, отлично, отступаем. Все, Осман, отступай. Хорош. И, пожалуйста, убери из Чаралайса тоже войска. Они же там сдохнут. Мы зато оккупировали. Так, ну не особо мы так оккупировали, скажу я вам. Сейчас там снова будут битвы, когда они будут отбивать, это фигня. Можешь, кстати, идти сейчас отбивать свои войска там вот на юге. Ой, о, посмотри, 4-5-5-1. Слышь? Что? Можешь свои войска вести, отбивать то, что на юге. Окей.
И мне, пожалуйста, киньте денег, потому что без денег я как без рук. Я сам уже без денег. Я Швецию садил, поздравьте. Да ладно. Хорош, теперь Стокгольм сожди. Рашка, отправь червяков в цель. Каких червяков? Ты видишь, там стоят 4 карта? А, да-да-да, все, понял, отправил. Пушечек нету, блин, пушечек нигде нету. Нет, босс, я хз как воевать в Индии, потому что его в раза в 4 больше, чем меня здесь. Ну, блин, либо иди к нам полностью, либо иди туда полностью. Ну, сейчас с Индии, ну, кроме просто по стопитам будут водить. Смотрите, мы этот фронт проигрываем полностью. Вот почему мы не можем стоять вот так, как стоят они, смотрите. У них вот в каждой крепости есть солдаты, они берутся. Потому что они умеют играть. Хорошие игроки. Ну блин, когда я говорю, вот ребята, нет, крепость 2 уровня, так. Крепость 3-4-6 уровня. Коблиц нападаем, ребят, в коблиц. Надо. Я уже везде подступал. Угло. А кто? Жало. Тут же. Чего? Это должно быть нормально. У тебя есть ссылка на клиент? Нет, Саша, ребята, это у Саши надо спрашивать. User left your channel. Хорошо зашли. Хорошо зашли, я же говорю. Да шикарно, только сейчас еще 60 появится. И нормально, и все еще хорошо зашли. Они через минус дерутся. А почему потеряли только мы 10? Потому что мы потеряли. Ну что, жизнь? Ну блин, потеря в 4 ляма, это вообще жесть. Сколько там уже потерь? 4 ляма. С нашей стороны. Да там по-любому у Франции дофига потерь, но из-за того, что она революционная, она сильно этого не ощущает. Ладно, ребят, стоим. Че, мне отправлять на юг свои войска? Все надо. Ребят, мне слушайте, кажется, а может... Египет нужно, вот... нужно, а то ты весь вассаж будешь. Не, ну я могу все отвести в свои войска туда. Артикулируй. Гобелы мир. А я-то здесь при чем? А, блин, классная карамелька. Это ж не игра. Ну ты, конечно. Скажи, короче, Карамеля. Делал, Серег, скажи, пожалуйста, Карамеле, что я согласен на Белый мир. Это мое последнее условие. Он тебя пошлет. Да нет, быть того не может. Ну хорошо, я ему сейчас скажу, но что-то мне скажется, что он откажется сейчас. Скажи, что это последнее условие, User больше переговоров не будет. User left your channel. Главное, говори с угрозами. Ну, у меня шепнули повстанцы. Да? Военная теория, ребят. Это ничего не значит, конечно. Хорошо в Париж сходили. Что я хочу сказать. Топово, Париж, это точно. Париж красивый город. Отдохнули, выпили винца, все по-людски. Ночь в Париже, да. Не, вообще я там стоял несколько месяцев так-то. Вот были бы у тебя там 20 пушек, битва была бы совсем по-другому. Кстати, у вас есть генералы с нормальными трейтами? У меня есть 2 трехзвездочных. Я понял, что у меня смысла здесь нет стоять, так что я пошел. Я могу увести. Мне уводить все свои войска на юг или нет здесь? Уводи часть. Слышь, это османчик. Какую? Да. Веди 40. Ну, блин, 1150 отведи, нормально будет. А, это вся моя армия, по-моему. Нет. На данный момент, по-моему, так. Нет. У меня есть шанс обращаться. Я их сейчас сделаю. О, можете мне... Сиди кинуть пальцы. Если бы у меня были... Эксплойт. Фал, Рашка, Осман... Блин, да. Чё, у меня его займут, да? Я уже живу, еть. Даже можешь сиди кинуть?
Мне нравится, я как бы один швед. Киньте в сентябре субсидии, пожалуйста. Мы со швед не воюем. У меня сейчас займ будет. Чего? Я не могу, у меня слишком большие займы. Не можешь субсидии кинуть? Да. Я субсидии. Невозможно предложить субсидирование из-за испытывания дефицита из-за займов. Я же говорю, что не могу. Охренеть, у Фала идет минус. Ну. Это ж сколько. Фал, сколько у тебя уходит на одну еще и крепость, да, в месяц? 118 у тебя. Я уже просто падаю в займы, мне на все насрать, я. Осман, Фал воюет на износ, правильно. Нет, у меня нет. Ни хрена себе, это ж сколько у тебя займов? Субсидии на месяц, отмени потом. И сразу же займы войдут, сразу же. Ну блин, война без займов, блин, не видно, о чем. Это не война. Не а война. У Магола там сейчас полная жопа. Там Фал умирает от займов уже, он в банкротство пойдет. Нет еще, ему 8 займов осталось. Короче, ладно. Нет, стоп, а максимально сколько брать можно займов? 50? Или 20? Жар. А, не, ребят, 112 займов, нормально. А, ну тогда, что после войны будем сидеть, Могол один раз возьмет и грабанет, и тогда туда. После войны, мне кажется, можно партию закачать, это дичь полная. Нет, да. Нет. Да, нет. Там, ребят, Рашка, дичь, там осталось это то, что ты восстание отбивала. Если вот вы дичь возьмете и выиграете, то да, а если они выиграют, то нет. О, Кристи сегодня стал бой. И если сейчас возьмут и выведут еще и Магула, то... Здравствуйте, что? Рэпер, это будет весело. Ты поддерживаешь материально не ту сторону, которую надо. Не пофиг. Рэпер, ну, можешь нам не пофиг, может нам лучше поддержку окажешь, пожалуйста? Давай Конго не может. Сторону субсидировать. Ну, Крайпер, давай нашу сторону субсидируем. А давайте опять в Коблинс, ребят. Потом, потом это от Англии кусочек сберешь. Чё ты их субсидируешь? Давай. Или от Англии сидят... кусочек, интересно, где? Где хочешь. Прям вот вообще. Коблинс. А я, знаете, в чём весь прикол? Крайпер, ты тут ещё? Да, я ещё тут. Зачем субсидировать страны, у которых по 11 тысяч да, я понял уже. На руках? Он уже там убрал. Не, ну, не у всех же вот такое, правильно? Лично да, мне то дай, дай, пожалуйста, единицы DPS. Ага. Ничего себе, мы залетели. Есть же страны, которые без этого... Надо помочь. Сдохнут просто. Ну, вот Австрия тоже будет давать DPS. Ой, ужас. Да, ребили сами. О, боже, если, как у нас если все. Если вы проиграете, то мне кажется, в этом будущем виноват ты. Я? Да, да, это мое мнение лично. Но вот из-за того, что ты опустил снабжение. Я не опускал его, да. Я не опускал снабжение армии. А почему они тебя так легко отлетели? Я не опускал снабжение армии. Просто я когда брал и заходил, нет, подожди. Я когда брал и заходил, у тебя армия шла на 80%. Шла. У тебя оставалось. На сейв заходил? Нет. Я сейчас в игре. Вот ты понимаешь, и у тебя было не искоренение коррупции ты убрал, а содержание армии. Ее, займик. И вот почему как у тебя вот так. Вот именно что я не убирал. Я тебе еще раз объясняю. Ты вместо искоренения еще коррупции, ты убрал дело армию. В том, что я коррупцию даже не убирал, и эту вкладку не открывал, ты понимаешь? Может быть. Но я это все видел. Открывал, еще даже... Замечательно. Опять нет, потеряем еще, даже... еще больше. Че за фигня? Ты вылетал у этого тебя. Предупреждение, что типа ты убрал у армии. Да? И карамелька ж, да. И карамелька ж еще ж, и поэтому пошел... крепость брать и штурмовать, потому что он же увидел, что ты там морали пара. Жесть. Там. Я ну это... Прибыль... это бывает. Мисклик. Так и не мисклик, я не помню, что я понижал в этом дело. Ну вот же ж, блин. Вот надо было меня тебя все-таки предупредить, но...
тут был еще и жаба, я не знаю. А жаба, да? Я же прав? Подсказывает плохо. Подсказывает плохо. Да я уже вот. Ничего не знаю. Плохо, жаба подсказывает. А полный просто. Ёлки-палки, жаба. Я-то думал, что это... Там... Сосны будут там типа, а тут там где уже все пошли. Не, не то что пофиг, просто ну есть конкретные такие вещи, типа как очки не слитые или убрал содержание. Ну, в принципе, это механика слитые. Войны. Карамелька правильно сделал, что воспользовался. Он же штурманул, пошел на риск, чтобы эту армию взять. Ну да. Нет, просто вот... Карамелька как интерпретировал это дело. Мысли, что ты имеешь в виду? То есть, откуда-то он знал, что содержание нет. А смотри, жаб, он же поставил на крепость, да, у него была осада. И он увидел, что ребят, больше не вливайте, ребят, больше не вливайте. Нужно сейчас нападать на Исландию, которая осаждает сейчас крепости, Бургундию и так далее. Вон Борой сможет напасть. Я не подсказывал это, что я просто говорю, что это он сам увидел. Я не подсказываю. Слушай, Осман, поможешь? Ага. Можешь потом пойти к Циню вместе? У тебя где-то 40к. Просто сводить вместе и это подбить его. Не, ну Осман, в принципе, это может разбить Циню. Не, просто но... если Осман пошел 80к, то мы подольше продержимся. Нет, ну если он пошлет всю армию, которую, ну, допустим, те же 80к, да, то француз и пруссак простенько вас размаз. Посиночки. Нападай в Боройс, слышишь? Осман, нападай в Боройс. У тебя там 20-0-20 армия, нападай в Боройс. Где? Подожди. Армия. Рядом с моей армией 40 тысяч, генерал 2 звезды. Нападай им в Боройс. Остальные войска вливай в Коблиц. Так, Боройс, это где? Боройс, это рядом с Мецем. Под... Там у них, короче, стоит 20 тысяч пушек, 10 тысяч пехоты и 1 тысяча кавалерии. Где? А, Пал вот. Это видит или не видит? Бороис, нашел. И что дальше? Нападай на него. Ставь нормального okay. генерала на тройку и нападай он на пушек. Пехоты там нет. А потом из него пойдем в Бургундию, потому что там стоят тоже куча пушек, и пехота там только исландская. Она слабее, чем, ну, все наши пехоты. А, Боройс. Фу, господи, я перепутал, пардон. А вон те, которые там наверху, те армии стоят, ты пехотные армии, да, и закидывай в битву в Коблице, потому что нам нужно сейчас именно пехоту кидать. Не про себя он кидает, понимать? Да. Не про себя он кидает. Нет. Жаба, блин. Ты помнишь, а ты видел вообще еще момент, когда... Француз взял 80к, слил ману. Ты видел это? Карамелька опять. Да. Что за дичь? Ну, карамелька опять, наверное, взял вылетел. Белый мир карамельки скачал или нет? Коррупционная схема карамельки. User joined your channel. User left your channel. Он же говорил, что не интересно. Так, тут у нас 52 тысячи в запасе, у них у нас 29, у нас БДшка. Такой себе. Блин, ну теперь заходы, они опять заметят то, что мы делаем. Нет. А что вы делаете, Пал? Мне там интересно, слушай. Я могу тоже, жаб, я тоже могу наблюдателем посидеть. Атаку в это, Бариус? Да, да, да. Ну, француз это... Хорошо, друзья, перезаходим, опять будет короткая серия. Уж извините, что поделать. Смотреть на битву в Коблице, то не